Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в рамках однодневной рабочей поездки в Чуйскую область посетил ряд промышленных и сельскохозяйственных объектов. В частности, глава правительства ознакомился с деятельностью предприятия по производству животноводческой продукции в Панфиловском районе, завода по производству молочной продукции и предприятия по производству корма в Московском районе. Жээнбеков побывал и в сельскопроизводительном кооперативе «Джаиль» и фермерском хозяйстве «Шертай». Обо всем подробнее расскажет Диана Мамекова. Разведение крупного рогатого скота мясного направления начато уже в 2002 году. Здесь ведется искусственное осеменение абердино-ангусской породы с местной алатауской. Затем бесплатно предоставляет ее фермерам и частным лицам по всей республике. Ежегодно растет объем производства мяса, молока путем выведения высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота, сообщило руководство предприятия. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что одной из самых неотложных задач в сельском хозяйстве страны является дальнейшее развитие животноводства. Он подчеркнул, что правительство и впредь будет вести работу по поддержке подобных предприятий. А вот деятельность сельхозпроизводственного кооператива «Джаил» широкая. Здесь производят не только мясо, молоко и шерсть, но и зерно и семена зерновых колосовых, люцерны и кормов для животных. Жээнбеков отметил необходимость увеличения кооперации сельхозпроизводителей и крестьянских хозяйств по всей стране. Это позволит добиться роста доходности в этом направлении. Премьер поручил соответствующим органам рассмотреть вопрос отчисления налоговых и социальных платежей таким кооперативам. Дикандарды мына шундай байлашкырып да жерге завод тоетас. Кластерный метод там как раз. Байлашкырып болушумун кетирет. Осмотрел Жээнбеков также посевные поля сахарной свеклы фермерского хозяйства «Шерта» в Жаильском районе. Он был проинформирован о деятельности предприятия и последних тенденциях цен на сахарную свеклу. Так, посевная площадь полей сахарной свеклы по Чуйской области увеличилась с 5 до 11 тысяч гектар. Работа по увеличению посевных площадей в области будет продолжена. Во время же посещения предприятия «Кыргызкорм» его руководитель Хе Годун рассказал о возможностях и планах предприятия на будущее. В настоящее время выпускаемая продукция экспортируется в Таджикистан. Скоро планируется расширение предприятия и начать производить корм для рыб. Экспортирует товар и завод по производству молочной продукции «Аксуд». Молочной продукцией с удовольствием пользуются жители России и Казахстана. Премьер подчеркнул, что поддержка отечественных предприятий, ориентированных на экспорт, один из главных приоритетов в работе правительства. Он отметил необходимость увеличения в стране количества экспортоориентированных предприятий и выпуска продукции высокого качества, отвечающих требованиям внешнего рынка. Диана Мамекова, Телек Эркин Уулу, Алтынхан Бабаев, Общественный первый канал, Чуйская область.